Керчь. Это город, где жила раньше моя подруга Оля. Которая... Она тоже. Может, она узнает свои какие-то знакомые места. Как прямо. Где мы приезжаем? Я вообще в Керчи первый раз. Ничего здесь не видела, не знаю. Пока, конечно, просто обычные домики. Может, центр будет более красивый. Это речка, тут мостик. А, тут не речка, тут железная дорога. О, речка. Центр Керчи. Ну, хорошо. Будем. Вон у него тоже крест очередной стоит там посреди. А, там где-то наверху, да? Да. Ага, они сейчас. Вот везде кресты на стыре. Съезд, поверните направо. Неужели это центр Керчи? А что это? Да не знаю, у меня ж никогда тут не была.
Куда лезть в бассейн? Снимай. Уходи. Колесо откручивай. Не трогай, это святое. Тут все вот закрыты. Куда с непокрытой головой? Почему я так плохо вижу, а? Нету? Найдите свою жемчужину в городе Керчи вместе с жилым комплексом «Жемчужина Боспор». Гора Мадрид. Медицинский центр «Салис».
Туда я, конечно, не доберусь. Очень высоко, к сожалению. Мне туда не добраться. Ну ладно. Хоть что-то увидела. Меня не надо, я просто... Это парк. Здесь поближе, что это?